Спектакль великолепный, спектакль необычный, но как бы наши дети третий класс как бы уже, может быть, и выросли из этого возраста, вот куклы. Но мы получили сегодня большое удовольствие от того, что встретились, и я наблюдала за детьми, они все слушали, смотрели, раскрыв рот. И мне это очень нравится. Всегда с детьми проводится какая-то работа. Вот буквально на прошлой неделе у нас мы читали по литературному чтению рассказ «Где это видано, где это слыхано». До этого у нас было неклассное чтение, где мы дочитали множество рассказов этого автора. Встретились с Бакулиной, Валентиной Бакулиной, она нам их читала художественно, что нам очень понравилось тоже. И поэтому я видела реакцию детей, когда они видели, это вот этот рассказ, этот вот этот рассказ. И я думаю, что сегодня как бы продолжение нашей темы. Завтра мы обязательно попытаемся провести такой мини-аукцион, кто больше назовет рассказов, о которых они увидели в этом спектакле. Сколько вы увидели с рассказов? Много. Я насчитала где-то 12. Что мы читали, там не было такого. Да. А теперь вот надо понять разницу. В чем разница была между тем, что вы читали, и то, что вы увидели? Там сразу много рассказов собрано, а там уже просто один фильм. Вы можете подумать, что мы создали эту инсценировку. На самом деле, это дочь Драгунского написала инсценировку Ксения Драгунская. И она даже смотрела этот спектакль. И поэтому рассказы некоторые видоизменены, потому что же нужно связать. Какие рассказы вы сегодня видели? Он живой и светится. Он живой и светится. Где это видно, где это слышно? Ракет. Да, вы не сделали ракеты. Все тайны становятся явно. Мы все. Друг детства. Как же та балерина, которая стояла на сцене? Девочка на шаре. Да, самый знаменитый рассказ, да? Да. Вам вообще было? Весело, не весело, смешно? Смешно. Придете к нам еще будет? Да, конечно. Мы очень рады были вас видеть. Я в восторге от того, что достаточно молодой коллектив. И вот это содружество людей более старшего возраста и людей, которые только, может быть, пришли, вот настолько сплоченное, настолько доброжелательное вот со сценами я увидела, да, вот. Мне очень хочется, чтобы коллектив ваш рос, набирал силу, и чтобы... Ну, мы вообще всегда говорим, у нас есть театр-тюрьму. И всех гостей с детьми ведем обязательно сюда.